28 мелколистных лип высадили вдоль Тверского проспекта в Твери, сообщают в администрации города. Выбор растений там объяснили тем, что липа очищает воздух от выхлопных газов и способствует очищению воздуха, а также малоаллергенна. Высадка производилась в рамках работ по благоустройству и озеленению. Тверской проспект недавно отремонтировали, выложили плиткой тротуары, убрали провода под землю, демонтировали рельсы на дороге и заменили дорожное покрытие.